на эту проповедь меня я приготавливал ее, и натолкнула на меня на эту проповедь ситуация, которую мы пережили в Германии. Чувство, которое мы пережили на молодежном служении. Проповедник приводил пример, который напомнил мне мой случай, с которого я начну свою проповедь. Когда много лет назад мне нужно было обеспечивать свою семью, я работал на трех работах. Мой день начинался очень рано, около 5:30 утра. Я вставал в 5:30 утра где-то без 15:08. Это была моя первая, как бы, начало работы. В 8 часов утра до 12 у меня была школа. Я учился в институте. После 12 часов, уже когда мы отщелкивали свое время убывания из института, у меня был один час всего лишь на обед. Из 2 часов дня до почти 6:30 мой остальной рабочий день. Я работал для того, чтобы обеспечить свою семью всем необходимым. И понимая, что у меня не хватает финансов и обеспечить мою семью, я прибегал к такому хитрому моменту, как искал третью работу, чтобы на самые простые расходы. Я находил работу, которая связана была с грузчиками. То есть перевозили офисы, грузили шкафы, собирали целые, знаете, большущие компании. И такая работа выпадала мне примерно с 9 часов вечера до 2 и 3 часов утра. Знаете, это понимаешь, что ты очень уставший, понимаешь, что рано утром встал, потом школа, потом опять работа, и опять нужно работать. Как всегда мы с рабочими, перед тем, как уезжать на объект, мы приходили и пили кофе. Пили кофе, понимая, что это энергетический напиток, и мы такие все бодрые, все готовы были перевернуть там все, что угодно. И примерно около 10 часов, 11 часов ночи мы приходили и еще раз уже на месте, где мы работали, мы просто включали кнопочку и ждали, пока этот аппарат нам даст кофе. После некоторого времени сидели, там минут 15 перерыва было. Да, сейчас кофе будет, должно идти, по крайней мере. Плюется, значит, есть. Через время, где-то 15 минут перерыва, мы все заправлялись кофе. И вот у меня была ситуация, которая, как бы, это пролог к тому, что вот будет следующее. Все, что он мог дать. Выпив кофе, неплохое, я понимал, что в следующие мои 3 часа будет наполнено энергетически, движником. Но сколько я не пытался проснуться, я не мог. Все, что я переживал, это сильное давление в мой мочевой пузырь и позывы к туалету. Я не мог понять, почему я, выпив кофе, не получил вот этот, знаете, вот, как говорится, такое состояние, вставило. Значит, пум, проснулся, и движение начинается. Я мучился, и только что делал, бегал в туалет. Я думал, как это возможно? Я уже засыпал, я уже поднимался, я уже как бы уставший, я уже понимаю, что что-то нужно делать. И я решил, что пойду обратно на этажи, где я работал, и посмотрю, что за кофе. Может, оно испортилось, может быть. Я пошел смотреть кофе и понимаю, что что-то не то. Это был мои, как бы, первые несколько лет в Америке, и я никогда не видел кофе без кофеина. И я читаю, написано: кофе без кофеина. Как может быть кофе за то, что его любят, за тот ингредиент, который там есть, и быть без кофеина? Я понял, что меня обманули. Мне подставили кофе, который все, что может делать, звать меня в туалет.
Вроде бы должно быть наоборот. Должно быть другое кофе, которое мы всегда любим. То, что доставляет удовольствие. То, что заряжает тебя и дает тебе побольше энергии. Это обыкновенное кофе. Кофе с кофеином. И знаете, в тот момент, когда я пережил, я вдруг понимал одну ситуацию. Я понял, что Господь начал говорить мне определенным моментом. И моя тема сегодняшняя будет такая. Христианство без Христа – это кофе без кофеина. Послушайте внимательно. Я на самом деле хочу быть серьезным и сконцентрироваться на том, что происходит. На самом деле Бог сегодня поднимает людей, которые не хотят смиряться со своим состоянием и фактически без кофеина, то есть без Христа невозможно жить. Христианство без Христа. Это момент такой очень удивительный. Я сегодня говорю не только людям, которые находятся здесь у нас в общине. Те, кто смотрит нас по телевизору, либо будут смотреть нас на нашем сайте. Я обращаюсь сегодня к аудитории, которая смотрит нас по всему миру. Сегодня невозможно оставаться христианином и знаете, в полноте вот состояния, где все хорошо, все нормально, без всяких проблем. Сегодня нам необходимо быть этим христианством или верующим на полной мессии. И Писание говорит, что послание к Ефесянам, что если вы некогда раньше, итак, помните, что вы некогда язычники во плоти, которые назывались необрезанными, так называемым обрезанием плотским, да, обрезанием совершенными руками, что вы были в то время без Мессии, без Христа. Павел говорит Ефесянам, что вы когда-то были не язычниками, и вы были без Христа. То есть вы были, может быть, людьми, вы были религиозны, но вы были без Христа. Другими словами, на основании этого Писания я могу сказать очень просто. Христианство без Христа – это язычество. Послушайте меня внимательно. На основании местописания, которое я прочитал Ефесянам, что некогда вы были язычниками, потому что далеки, без Мессии, без надежды, но вы стали целостностью Дома Божьего, вы стали одним целым. И это означает, что когда ты был без Христа, ты был язычником. Кофе без кофеина – это только позывные в туалет. Оно на самом деле запах кофе, вкус кофе, вид кофе, но это не кофе. Это не то, на что мы думаем, когда мы пьем этот напиток. Потому что подсознательно у каждого из нас существует такая логика, что если кофе, тогда должно оно вставить. Так, чтобы зрачки поднялись. Так, чтобы было побольше адреналина. Чтобы что-то уже сделать, закрутить, двигаться. Многие верующие приходят в собрание, переживая что-то особенное. А они стали, буду говорить, бесхристианские. Дехристианизирование. Без Христа христианство, по виду христианства. Но по сути не является таковым. По запаху внешней деятельности похоже на христианство. Но это просто добрые дела. Внешний вид, общая как бы литургия, похоже на христианство, но без жизни, без этого адреналина, без этого чувства, что я пришел встретиться с Богом. Тимофеев 3:5. Второе послание. Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Мое послание это будет ко всем людям. Не только не думайте, что это вот послание к общине Орхамашех. Это послание к тем, кто будет меня слышать и будет слушать, и будет смотреть на DVD или же в других местах. Меня Господь просто поднимал к тому, чтобы говорить о вещах, которые сегодня заботятся многие люди. То, что беспокоит большинство верующих.
Происходящее в этом мире среди верующих неутешительная вещь. Мы сегодня более похожи на религиозную организацию, нежели на людей, которые имеют страсть и имеют жажду по Богу. Все больше и больше некогда сильных и таких, знаете, богобоязненных людей углубляется во всевозможные учения, в которых нету жизни, но которых может быть только чувство наполнения своих плотских похотей, желания. Это похоже то учение, которое льстит ушам, но в жизни оно неприменимо, и либо применимо только на маленькое расстояние, а потом все уходит. Давайте вернемся к кофе. Я специально открыл Википедию, если вы знаете что-то такое, на интернете, написал кофе. И там дала мне небольшой ресурс о кофе. Давайте я почитаю вам. Под воздействием кофеина ускоряется сердечная деятельность, поднимается кровяное давление, примерно на 40 минут слегка улучшает настроение за счет высвобождения дофамина. Но через 3-6 часов действия кофеина проходит, появляется усталость, вялость, снижение трудоспособности. В кофе содержится кофеина примерно 1500 грамм на литр. Пуриновые алкалоиды, кофеин, теобрейн и теофилин, при систематическом употреблении их на 1000 миллиграмм в день вызывают у человека постоянную потребность в них, напоминающую алкогольную зависимость. Вот, по сути, после я вам перечитываю, и вы вспоминаете свою христианскую жизнь, хорошо? Кофе оказывает сильное диуретическое, то есть мочегонное действие. При употреблении кофе желательно компенсировать потерю жидкости водой. Кофе может вызывать повышенное артериальное давление приблизительно на 10 миллиметров. У людей, которые употребляют его нечасто. Имеется в виду, если вы не кофеман, и вы иногда после его так употребляете, у вас поднимается давление. Хроническое употребление кофе большинства людей не повышает артериальное давление, но существует сведения, что у некоторых людей кофе может вызывать большое, но стойкое повышенное артериальное давление. Это только существуют такие данные. Большинство исследований не показывает связи коронарной болезни сердца с употреблением кофе. Послушайте внимательно. Вот я говорю вам то, что кофе без кофеина, христианство без Христа. Кофе кратковременно улучшает внимание, улучшает способность концентрироваться, особенно когда человек утомлен. Одна чашка кофе улучшает внимание, производительность труда, память и настроение. Кофеин эффективен при головных болях мигреневого характера, способен снизить риск развития болезни Паркинсона и Альцгеймера. Систематическое употребление кофе способно улучшить чувствительность к инсулину и снизить риск развития сахарного диабета. Употребление кофе немного снижает частоту запоров. Кофе значительно снижает риск развития цирроза печени. Вы скажете, а какая реклама кофе? Да, хорошо. Вот что я сделаю. Если у нас такая тема, кофе без кофеина, христианство без Христа, давайте мы заменим слово кофеина и имя Иисус, или Ишуа, или Господь. Во время прославления у рожденного свыше человека обостряется чувствительность, открытость к действию Святого Духа. Когда это происходит, Господь прикасается к жаждущим сердцам, и в это время ускоряется сердечная деятельность, поднимается кровеносное давление. При систематическом употреблении Слова Божьего и его присутствии в жизни человека на уровне 2-3 глав в день, 10-30 минут молитвы в день, у человека постоянная потребность в действии силы Духа Святого, которая напоминает алкогольную зависимость. Люди, которые 2-3 главы читают в день, которые 10-30 минут молятся каждый день, они привыкают. Это Иисус, это Иешуа, который внутри. Это
просто делает тебя зависимым. Хроническое участие в жизни Божьей общине у большинства людей не вызывает артериального давления. Но существует сведения, что у некоторых людей имя Иисус может вызвать небольшое, но стойкое повышение артериального давления. Большинство исследований не показывают связи коронарной болезни сердца с принадлежностью к рожденной свыше общине. То есть имеется, если ты выходишь в выше рожденную общину, то проблема с сердцем от этого не происходит. Понятно, да? Большинство исследований не показывает связи этой болезни. Иешуа улучшает внимание, улучшает способность концентрироваться, особенно когда человек уставший. Систематическое уединение, пост и молитва улучшает внимание, производительность труда, память и настроение. Имя Иешуа и его кровь эффективны при головных болях мигренного характера. Иешуа способен снизить риск развития болезни Паркинсона и Альцгеймера. Вы согласны с этим или нет? Систематическое нахождение в Боге способно улучшить чувствительность к инсулину и снизить риск развития сахарного диабета. Употребление имени Иешуа немного снижает частоту запоров. Когда вы идете в туалет, ах, в молитве. Иисус значительно снижает риск развития цирроза печени. Существуют данные о том, что Иисус может снизить риск развития рака груди у женщин и вообще рака. Литература, касающаяся рака простаты, употребления религиозных обрядов, не позволяет сделать выводы о риске или пользе употребляемых христианских ритуалов. Исследования показали, что умеренное и здравое учение апостолов и пророков об Иешуа снижает общую смертность. Я взял, вставил только всего лишь имя Иешуа или Иисус, или Господь в то состояние, где кофе означает что-то. Многие верующие с большой тоской вспоминают былые дни. Многие из вас часто приходят ко мне и говорят: о, какие были времена, вот что происходило. Они вспоминают, какие бы евангелизации, какие чудным образом они были спасены, что они переживали во время ночной молитвы, собрания, пророчества и все остальное. Что же сегодня происходит? Ребе, пастор, что происходит в мире? Почему нет этой жажды о Боге? В чем проблема? Однажды, в холодное воскресное утро бездомный зашел в кафедральный собор, чтобы немного погреться и, может быть, покушать после службы. Но по причине его благовония и вида выдворили его за дверь храма. Он пытался стучать, пытался кричать, чтобы пустили, потому что было холодно, сел на ступеньки и заплакал. Подошел к нему Иешуа и говорит: несчастный, бедный. Дал ему утешительное слово, накормил его. Этот бездомный сказал: Господи, как это могло случиться, что христиане выгнали меня? Не должны ли они помогать нуждающимся и помогать тем, кто в нужде и проблемах? Что случилось? На это ответ был Господа простой: да, сын мой, но они выгнали меня сотни лет назад, и я с того дня стою у двери и стучу. Как интересно, что когда происходит вот это дехристианизирование христианской жизни? Что происходит тогда с людьми? Вы можете сказать: но ведь это просто история, как бы такая вот притча для того, чтобы разжалить наши совестные совести. Вопрос не в этом, но в реальности есть проблема христианской жизни. Есть проблема в жизни в Иешуа, полноте его, знаете, вот приближения и переживания. Мы забыли, кто за нас страдал.
Мы забыли, кто за нас отдал жизнь. Многие переживают кризис веры сегодня. Неудовлетворительность. И я попробую помочь вам увидеть, что происходит. В этом никто другой не виновен, как только ты сам. Кризис твоей христианской жизни и христианство без Христа – это проблема не общая церковная проблема, именно здания, либо самих служителей. Это личная проблема человека, потому что каждый человек отвечает за себя. И наше отношение с Богом является нашей ответственностью перед Ним. Ваша жизнь дехристианизируется, и это причина ваша. Когда-то произошло, когда-то происходит. Давайте вернемся обратно к тому понятию, что меня удивило, что было кофе без кофеина. Как происходит процесс декофеинизации кофе? Обычно процесс декофеинизации начинается с обработки необжаренных зеленых зерен кофе паром. Затем зерна помещают в раствор, который экстрагирует кофеин, но оставляет другие важные химические вещества в зернах. Процесс повторяют от 8 до 12 раз, до тех пор, пока из зерен не будет удалено до 97%. В случае с нами, евростандарта, вытягивают 99,9% кофеина из зерен. Зерна кофе содержат более 400 химических веществ, которые придают напитку вкус и аромат, поэтому сложно удалить весь кофеин. Другими словами, если вы заметили, что все начинается тогда, когда зерна еще зеленые, когда еще зерно не обжарено, когда оно только еще зелено, когда оно только вот-вот оно готово к тому, чтобы отдать свой кофеин, да, вот, тогда происходит нечто. Дьявол приходит к новообращенным людям и предлагает свою дефеканизацию. Или же и во время того времени, когда верующие люди, которые вот покаялись, пришли к Богу, они решили, что в жизни своей они уже все знают, много знают. Ведь они прошли школу, университеты, они почитали много книг, философии, и они с этим состоянием ленивости, чтобы укорениться и утвердиться в Боге, они начинают поиск. Поиск, кроме одного, вы знаете, вот адреналин получили иногда, когда приняли Иешуа. Потом они начинают искать, а что же говорится, а почему так, а почему иначе. Неутвержденных людей находят люди, я называю их духоборы такие, духоманы. Находят те, кто обижены и расстроены чем-то. И они начинают этот кофеин, который, или же того Христа, того Мессию, который в их жизни начинает именно вытаскивать. И у них это получается. Послушайте, этот процесс, который декофеинизации проходит от 8 до 12 раз. Примерно в 10 часов происходит декофеинизация кофе. Дехристианизация у людей происходит на протяжении времени. Не может люди, которые приняли Иешуа Мессии, на следующий день проснуться и сказали, а что это было? Что за такое состояние, дурное состояние у меня было? Все, нет, это все плохо. Нет, они по-настоящему переживают и приходят в общину, делают то, что необходимо. И фактически это состояние, как пишет Павел, Петр, 2 послание Петра 3:3. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающий по собственным похотям, говорящий, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали уметь отцы, от начала творения все остается тем же. Люди приходят, которые больные, которые где-то пережили расстройство или же разочарование. Духоманы, которые постоянно ищут каких-то экспрессий или конференций и все остальное.
эти люди приходят и вытаскивают таких же молодых людей, которые только покаялись, может быть, он 2, 3, 4 года, как верующий, которые знают о Боге что-то, не имея основания, или же основания веры, они начинают закидывать удочку о духовных вещах, и в это время они пытаются дехристианизировать их, то есть дехристианизировать их жизнь, чтобы они только переживали этот хай, то есть переживали эти состояния от духовное, но не жили жизнью Христа, Бога, который внутри них. Эти люди приходят и просто вытягивают один раз, второй. И эти молодые, новообращенные люди, они на самом деле смешивают все до кучи. Все смешивают вместе. И когда часто общаюсь с людьми, которые много что пережили, их касалось конференции, они стремятся читать книги. И я ничего не имею против книги, абсолютно. В Библии всего 66 книг, почитайте их сначала. Но вопрос, момент очень другой. Есть другие книги, интересные книги, которые как строить церковь так, какие должны быть пастора, какие должны быть овцы, как пасти лошадей, какая церковь без Христа, или же Христос вне церкви, домашние группы 12 и так далее. Они все это читают, видят хорошие идеи, но на самом деле внутри они не утверждены. Почему? Потому что их влечет философия, с которой они выросли. Они приезжают на конференцию, они встречаются с людьми, они болтают, потому что им хочется поболтать о том, чего они не знают. Вмешиваются в то, что они не знают. Как Павел говорит о том, что они вмешиваются в то, что ангелы даже не посвящены. Они рассуждают о том, что какой будет конец света, какие должны быть люди. Посмотри, что происходит. И возмущают людей, уничтожая в них самое простое, самое удивительное, без того, без чего нельзя назвать христианина христианином. Они уничтожают надежду на Мессию. И как многие тогда приходят в собрание и говорят, стою, а ничего меня уже не трогает. Я пришел на собрание, а ничего не вставляет. Они там прославляют Бога, все. Что за клоунада там? Что за цирк устроили? Люди молятся и плачут. Говорят, давайте вызовем скорую, потому что им плохо уже. Кто-то был под действием Духа Святого, и Бог действует. Говорит, слушайте, надо вызвать милицию, посмотри, ее уже конвульсии бросает. Люди приходят, говорят, все, а Бога уже нет здесь. Но вопрос, Бог везде. Он говорит, где двое, трое, там и я посреди вас. Вся земля наполняет Бога все, во всем. Это то, где мы оттолкнули, где мы вытолкнули Спасителя. Это время, когда мы стали этим кофе без кофеина. Вид христианский, говорим по-христиански, поднимаем руки по-христиански, но не вставляет. Что-то происходит. Для многих духовный рост Иешуа приобретение, это приобретенный термин. Они начинают говорить, это не просто основание веры, это хождение по мукам. Многие в общине сегодня спрашивают меня, а правда, что если кто-то не пройдет основы веры, которые у нас в общине мы запустили, тот не сможет быть членом общины? Что для тебя важно? Что для тебя сегодня важно? Да, я скажу вам честно, мы говорим о том, что если люди, мы не будем на одном уровне, если мы не будем мыслить вместе, и у нас не будет основания веры, которую мы в мессианском движении с вами делим, чтобы мы понимали, кто и что в действительности, мы не сможем присоединиться к общине целиком. И для этого мы запустили наши классы. Я умоляю вас, друзья, не думайте, что вы уже долгое время уже находитесь в мессианском движении. Вы перечитали множество книг, и не заявляйте мне, что ой, там так слабо, я знаю намного глубже, поэтому я думаю, что я уже вырос с этого, и я, наверное, не буду проходить. Но послушайте, это не ответ, это просто желание гордого человека не проходить те классы, которые у нас в общине для основ. Христианин
по-настоящему верующий человек, он говорит, я все могу, укрепляющий меня Господи. Если мне нужно вставать рано утром, я встану утром, приду раньше, потому что я все могу, укрепляющий меня Господи. А когда ты не с Богом, когда ты декафеинирован, ты дехристианизирован, ты говоришь, ой, не вставляет, не поднимает, не пробуждаюсь, только в туалет тянет. Так происходит. Я понимаю, что я сегодня говорю вещи, которые очень сложные. И момент здесь, Римлянам, 1 глава, 17 стих. В нем открывается правда Божия. От веры в веру, как написано, праведный, верою жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестивое и неправду человеков, подавляющий истину неправдою. Ибо, что можно сказать о Боге? Явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидима Его вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творения видимы, так что они безмолвны. Но как они, не познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в уставаниях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобно тленному человеку и птицам многим присмыкающимся. И я скажу так, что на самом деле дьяволу не нужно вытаскивать полностью Христа из твоей жизни. Он хочет оставить табличку, на которой написано 3% Иисуса в его жизни. Или нас больше того, 0,1% Христа в его жизни. Так что Иешуа не исчезает полностью из жизни людей. Он просто изменяется. Он не имеет силы. Люди, которые пытаются философски познать Бога и философски управлять своей жизнью, они ни на что не годны. Они думают, что даже при любом исходе, они будут в раю, но они ошибаются. Есть понятие, как бы, что если спасен однажды, спасен навеки. Друзья, такого не бывает. Вера есть прогрессивная. То есть от веры в веру нам нужно быть способным не просто приходить на собрание и чувствовать себя, какое время нужно выйти в туалет. Нам нужно пережить то состояние, где, когда называется имя Иешуа, у нас поднимается внутреннее давление. Если человеку скажешь, верующему человеку, рожденному свыше, скажешь, насколько и как сильно пострадал Иисус за него, какую цену заплатил, и по-настоящему рожденный свыше человек, у него внутри аж все переживается, и он говорит, да, я был искуплен. Но тот, кто не рожден свыше, имеется в виду, кто уже дехристианизировался, он говорит, да, нормально, он Господь всех. И начинается блуждение. Хорошее чуть-чуть у Хари Кришнов там есть. В синагогах там что-то еще хорошее есть. То все люди вот под Богом ходят. То вы, ну, почитать книгу мормонов и так далее, и так далее. Ну, пастор, что же вы так это все? Ну, у всех же есть Бог и все. Одно имя, которое дано Иешуа, превыше всех имен. Этот каламбур, который люди себе мешают, они не знают на самом деле позже, кто их, что они. Неоднократно происходит с людьми, которые на самом деле уже смешивая все и все религии вместе, все опыты вместе, они не уверены, что работает в их жизни, что должно действовать. Это похоже на ту историю, которая произошла в семинарии. При выпуске каждый семинар, каждый год выпускает пасторов, и есть комиссия, за которой люди приходят и смотрят, и спрашивают у будущих пасторов, пастора, ну, какая из книг в Библии больше всего вам нравится?
Ну, одни говорят, да, Даниила. А почему? Потому что говорит об откровении, о последнем времени, о страданиях, о Божьей милости. Кто-то говорит, Евангелие им нравится, потому что там рассказывается вся христианская жизнь, там основа Мессии и так далее. А один парень говорит, мне нравится книга рассказов. Он говорит, не понял? Молодой человек, мы там 66 книг, как бы мы понимаем все, но такой книга рассказов нету. Он говорит, это очень просто. Один молодой юноша шел из Иерихона, из Иерусалима в Иерихон. По дороге он споткнулся, упал в ров, и там чуть тернь не задушили его. Он вырвался из терень, поднялся на горы, говорит, я пойду к дому отца моего, потому что в доме отца моего хлеба много. Он начал бежать с этим радостной как бы, новостью, бежать через ореховую рощу, запутался в своих волосах на дерево и повис. 40 дней, 40 ночей вороны кормили его, и Господь жалился над ним. Проезжала Далида рядышком и хотела проехать, но ослица остановилась и человеческим голосом сказала, пожалей юношу. Она взяла ножницы, отрезала ему волосы, и он упал. Но он сказал, поднимусь, пойду в дом отца своего. Приходит в Иерихон, а там Изавель. Он говорит, скиньте ее. Ее скинули. Еще раз скинули. Еще раз скинули. И так падение было велико. 7 раз по 70. После чего собрали 12 коробов останков. И я спрошу, друзья дорогие, чья она будет жена во время воскресения? Этот каламбур люди собирают вместе. Вся история. Вот такие есть верующие, которые собирают все, во все возможности. И потом, когда говоришь с ними, у них есть одни истории в голове. Я называю это христианство без Христа. Я понимаю, что это как бы такой интересный рассказ, но все-таки я верю, что Бог, Бог милости и благодати. Где же тот Мессия? Где же тот Христос? Где, как Павел говорит, пишет, умоляю, братья мои, подражайте мне, как я подражаю Мессии. Куда оно уходит? Чувство Мессии. 2 Коринфянам 12 глава, 21 стих. Стыду говорю, что на это у вас недостает сил. Имеется в виду Павел, который теперь говорит о своем принадлежности Мессии, который открывает себя и говорит, за Мессию, который во мне, я хочу рассказать, что производит он. Я хочу вам рассказать, что произошло в моей жизни, при каких обстоятельствах, которые я побывал, что произошло. И он говорит, а если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумению, смею и я. Они евреи, и я, израильтяне, и я, семья Авраамова, и я, Христовы служители, безумие говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день провел в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лже-братьями, в труде и в изнурение, часто в бдении, то есть в посте, голоде, жажде, часто пост на стуже и в наготе. Кроме постоянных приключений, он говорит, ребята, это все хорошо, это все лишь приключения, которые со мной случаются, и при всем этом я очень рад. И у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквях. Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал, кто соблазняется, на кого бы я не воспламенился, то есть кто соблазнился и упал, за кого бы я ни молился и не страдал. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. И очень часто, когда верующие люди проходят через трудные времена, они просто пытаются найти себе любой выход из тех учений, которые у них в каламбуре, где они смогли, где дьявол смог декафенировать или же дехристианизировать, демиссионировать мессию в их жизни. Почему ты, Павел,
Раб Божий так сильно переживает за людей. Почему, переживая эти трудности, ты остаешься тем верным Мессией, человеком? Почему ты при обстоятельствах ты до сих пор проповедуешь, и несмотря на трудности, ты глашатай Божьей милости и славы? И ответ очень простой. Относительно Павел пишет Тимофею. Но твердо упование Божие стоит, имея печать сию. Основание Божье стоит и имеет печать. Познал Господь своих. Вот это. Христианство с Христом, с Мессией. Вот это. Познал Бог своих, наполнил присутствием Бога в его жизни. Вот это. И да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне. Он говорит, пускай отступит. В то время, когда Бог наполнил, ты должен отступить от всякой неправды. Дети, да не обольщает вас никто, кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и я и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. В нем. В христианстве должен быть он. Он должен пребывать в каждом человеке, исповедующего своим личным спасителем. И одна лишь встреча с Господом тогда на пути в Дамаск изменила жизнь Павла. Подвигом добрым я подвязался, в течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Всем. Это обетование, пребывание Бога в вашей жизни, обещание для всех. Мы понимаем, многие сегодня бросаются именем. Да я христианин, да ты поверь мне. Начинают какие-то сделки, там бизнесы. Вот сейчас я встречаюсь с пасторами, именно бизнесменами, которые говорят, слушай, не знаю, как делать дело. Не хочу иметь дело с верующими, не хочу. Я говорю, что случилось? Он говорит, клянется мне, что он христианин, он верный, никогда не кинет, он христианин, он уже не может начать жить. Но я вам скажу больше. Сегодня люди кидаются именем Христовым, потому что многие пытаются себя отождествить и каким-то образом про них манипулировать. Но реальность такова, что недостаточно пользоваться именем Иешуа. Ведь мы знаем одну историю, когда некоторые люди, не знавшие Иисуса лично, или же не познавшие Господа Спасителя, не покаявшиеся, они пережили страшное мучение. Деяния апостолов. Но злой дух сказал в ответ, Иешуа знаю, Павла мне известен, а вы кто? И бросился на них человек, который был злой дух. И одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Они, давайте будем христианами. Я думаю, что сегодня есть ответственность каждого верующего, который понимает, о чем я говорю сегодня. Недостаточно иметь имя Иешуа, но ты должен обручиться с этим именем. Сегодня мы должны обручиться. Ефесянам 5, 29, ибо никто никогда не имел ненависти в своей плоти, но питает и греет ее, как Господь общину свою. То есть недостаточно быть христианином, вот имени только находить, недостаточно называться им, но нужно обручиться, стать одним целым. И здесь послание к Ефесянам говорит такие вещи, которые тайны, которые каждому человеку нужно пережить. Но греет ее, как Господь, общину. И потому что мы члены тела Его, и плоти Его, и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, прилепится к жене своей, и будет двое одна плоть. Тайна эта велика, я говорю, по отношению Мессии и общины, и церкви. Одна плоть. Если ты хочешь полноту
100% адреналина в Боге, тот пережить его. Каждый раз, когда ты называют имя Иешуа, у тебя что-то внутри аж колышется. Когда поются песни, у тебя поднимается давление, тебе сердце, оно как бы радостное, оно именно хвалебное. Когда говорят о Боге, ты переживаешь, ты носишь его в себе, тогда ты должен быть на 100% обрученный ему навсегда. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи, войдет Царство Небесное», но исполняющий волю Отца Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, я не от того, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Это слово, которое Иешуа говорит: я никогда не знал вас. То же слово, когда Адам познал Еву: никогда не обручился с тобою. Я никогда не созидался с тобой, я никогда не был с тобой одним целым. Может, вы сейчас недоумение, почему имя Иешуа, Иисуса, не столько сильно в вашей жизни, как это было раньше, либо как это было в Деяниях апостолов. Вы скажете: ведь я молился или молилась именем Иисуса, связывала властью Иисуса демонов и бесов, но в сущности никаких результатов. Скажу одно целое. Нужно изучать Библию, иметь основание Слова Божьего. И послание к фессалоникийцам. Вы наткнетесь на такую важную тему, как Иешуа был не просто Мессией, он был смиренным, он был послушным. И за свое послушание он получил имя превыше всех имен. И перед этим именем преклонится всякое колено земных и преисподних. Каждый раз, когда имя Иешуа произносится, должно что-то произойти. Преисподние, небеса и земные колена должны преклониться. Когда мы с Татьяной сочетались, через некоторое время мы решили с моими родителями поехать в родовое поместье моего деда. Побывал на кладбище или у могилы моей бабушки, потому что дед похоронен в Польше. Мы решили пройтись по селу. В имении моего деда было много разных сел. И старшее поколение, которым вот где-то после 70, мы шли, и слухи прошли очень быстро по селу, что дети и внуки пана в селе, приехали. Мы пошли все вместе с семьей, и старое поколение кланялись до земли. У меня нет времени говорить, что происходило, что мой дед делал, почему так. Но у Татьяны был шок тогда. Почему, что люди делают? Потому что на Молдове такого не было. И, может быть, люди просто как бы вежливы, но там они именно кланялись до земли. Я скажу, что что-то особенно произошло тогда, когда мы с Татьяной соединились в одно целое. Когда мы не были обручены, когда мы сочетались, когда наш брак состоялся, она взяла мою фамилию, она взяла мое имя. Выйдя замуж, она взяла мою фамилию, которая напоминала о моем деде. Она вошла в супружеский союз, где то, что принадлежит одному, может использовать другой человек. Она может пользоваться моими финансами с тем же успехом. То есть я не должен быть рядышком, чтобы она могла пойти в банк и под той же фамилией снять деньги. Больше того, скажу, по закону
Все то, что мое, стало ее, и ее стало моим. Это момент, чтобы мы понимали, что когда мы не просто христиане, когда мы сочетались со Христом, когда мы стали Его одним целым, Его имя стало нашим именем. И Ему не нужно быть здесь на земле, чтобы мы получили то, что принадлежит нам. Мы уже Его. Мои долги стали ее долгами. И ее долги стали моими долгами. Если у нее есть неприятности, это мои неприятности. Мои неприятности она переживает так же, как и за свои. Для многих Дух Святой сегодня будет говорить одну простую вещь. Ты сегодня обручен с Мессией или ты стал одним целым с Ним? Послушайте, очень часто мы хотим общаться с Господом и выходить к Нему как бы на свидание. Он наш жених будущий, мы типа Его невеста, мы идем на свидание, на собрание, нам хорошо. Как только все заканчивается, мы говорим: останься там, где пели песни, где говорили проповеди. А у меня есть своя собственная жизнь. Это кофе без кофеина. Называть себя христианином и жить нехристиански – это грех пред Богом. Мой вопрос сегодня будет к вам. Ты просто встречаешься с твоим Господом? Или у тебя серьезное намерение? У тебя свидание, или ты сочитан с Ним? А может, ты чувствуешь себя обрученным, и ты ни насколько не хочешь сделать серьезные отношения с Ним, и ты постоянно отводишь день сочетания или стать одним целым какое-то время на потом. Я скажу так, если вы оттягиваете время водного погружения, посвящения с Богу, если вы оттягиваете настоящие, сильные, одноцельные такие отношения, чтобы носить имя Иешуа, скажу, что вы не можете пользоваться этим именем. Потому что пока мы не сочетались с Татьяной, мы были обручены. Она не могла пользоваться моей фамилией. В селе бы ее бы просто встретили как простушку, обыкновенную девушку. В банке бы ей отказали, даже сказала: я хочу за него выйти замуж, у меня будет такая фамилия. Ей откажут, потому что это не ее фамилия, это не ее время. Многие так шутят сегодня с Богом. Это христианство без Христа. Сегодня это время. Время из перемен. Исаия 62:1 говорит: не умолкну ради Сиона, ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда и спасение его, как горящий светильник. И увидят народы правду твою, и все цари славу твою, назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. У вас будет новое, у вас есть новое имя. И будет венцом славы в руки Господа, и царство диадемою в длани Бога твоего. Не будет уже не называть тебя оставленным, и землей твоей не будет называть пустыней, но будут называть тебя мое благоволение к нему, а землю твою замужнею. Ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается. Сочетается. Как юноша сочетается с девицей, так сочетается с тобой сыновья твои. И как жених радуется о невесте, так будут радоваться о тебе Бог твой. Не доводите себя до христианства без Христа.
Не позволяйте дьяволу вытащить вас самое дорогое имя, которое дано тебе. Этим именем ты запечатан во время воскресения. Ты запечатан этим именем. Сегодня Бог обращается ко всем нам с теми же словами, которые обращался к Ефесской церкви. Я знаю дела твои. Знаю труд твой и терпение твое. И то, что ты не можешь сносить развратных. Испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы. Нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение. И для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь. Так вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела, а если не так, скоро приду и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов. Это хорошо сегодня с тобой, что ты противишься тому, что происходит в этом мире, эти всевозможные учения. Это хорошо. Но хочу сказать тебе, имеющий ухо слышать, пускай слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам кушать от древа жизни, которое посреди рая Божьего. Сегодня это послание к вам. Все, что я хочу сделать, сейчас призывать вас, чтобы посмотрели свою жизнь, писать вперед на покаяние. Перед тем, как мы приступим к хлебопреломлению, к тому, той таинству, тому, который Бог нам оставил. Потому что, приходя к таинству и не иметь состояния, где поднимается ритм твое сердце, и ты переживаешь о том, что Господь сделал для тебя, как Он страдал и умер за тебя, если ты не переживаешь всего этого, на что тогда похоже наше христианство? На кофе без кофеина. Похоже, хорошо поднимаем руки, мы все участвуем, но внутри тебя не цепляет, тебя не бодрит, тебя не вдохновляет, тебя не изменяет, ты не растешь. Это христианство без Христа. И кто остановил вас? Как не вы сами. Невозможно сегодня ссылаться на здание, на служителей. Сослись на себя, какие твои отношения с Богом личные. Сегодня твой выбор. Сделать перемену. Прийти к Богу, и Он говорит, покайся, и я сделаю что-то новое. В тебе есть задатки, в тебе есть все, но сегодня тебе нужен я. Не вид благочестия, не вид только внешнее христианство или веры, а тебе нужна сила, которая изменит тебя. И каждый раз, когда тебе говорят обо мне, у тебя текут слезы. Каждый раз, когда тебе говорят обо мне, у тебя сотрясается внутренность, и ты знаешь, что Бог твой пришел к тебе в твое время, и Он исцелит тебя. Потому что нельзя произносить имя Господа в суе. Имеется в виду, не потому что ты занят, а если ты не сочетался с Ним. Я скажу вам, вы не можете использовать имя Иешуа Мессии для исцеления, для изменения, для вот финансы, которые у вас проблемы. Мы крестьяне, мы должны говорить, провозглашать. А Он говорит, а где я в твоей жизни? Какое место я занимаю в твоей жизни? И Бог хочет, чтобы мы были замужние. Я понимаю, звучит глупо, мы невеста, Он жених. Но что Он сказал?
оно избудется. Поэтому он говорит, я обручился, я сочетался с тобой для того, чтобы ты пользовался моим именем. Без моего имени у тебя ничего не получится. Поэтому давайте мы сейчас встанем в наши ноги. Я прошу, чтобы сейчас было поклонение. Для тех, кто сейчас смотрит нас по трансляции. Если Господь сегодня проговорил к вам, и ваша жизнь, вот каким-то образом дьявол смог дехристианизировать тебя, твоей жизни. Ты стал номинальным христианином и просто как бы думаешь, что ты как бы все нормально, что вот эти перемены, эта темная сторона моей жизни, где я не хочу пригласить Иисуса в мою жизнь, а каким-то образом, я же один раз покаялся, приходил в церковь, и может быть Бог милостивый и любящий даст мне место в раю. Я сегодня говорю к вам такую сложную и прямолинейную проповедь. Кофе без кофеина похоже на христианство без Христа. Пускай эта картинка останется у вас. И если вы сегодня хотите примириться с Богом, если вы чувствуете, что на каком-то этапе либо люди, либо обстоятельства на самом деле вытянули Христа, то есть освободили вас от вашей жизни от Христа, надежду эту забрали. Я хочу, чтобы вы сегодня смогли сделать этот шаг. Преклонили свои колени перед Богом, который сегодня хочет изменить вас. Он хочет изменить меня. В первую очередь я говорю себе это. Я хочу говорить себе. Все мы блуждали, как овцы. Каждый совратился на свой путь. Но куда нам идти? Кому нам бежать? Что нам делать? Один путь. Бог обращается. Говорит, у тебя один путь есть. Это колени. И поэтому это место сейчас будет открыто для людей, которые хотят жизнь свою изменить, стать полноценным верующим, а не кофе без кофеина. Это время как раз для нас. И я прошу, чтобы вы убрали всякий стыд, всякие мысли. Бог говорит, если этого не будет, я приду и сдвину твой светильник. Светильник в храме – это жизнь. Я возьму твою жизнь и смогу ее сдвинуть. Настолько сегодня Бог ревнитель о своей невесте, о своей церкви, с которой Он обручился через кровь. Кровь завета. И я серьезно говорю вам, у него не будет милости. Не шутите с Богом. Сегодня время. Время обновления. Для каждого из нас. Пускай Господь сейчас прикоснется каждому.